вот состоялось открытие турнира, чуть не сказал памяти нет, здравствующего мастера Захарова Ростовского, открыл Аслан Бешуков. 26, если я не ошибаюсь, гроссмейстеров и много еще сильных мастеров. Инна Гапоненко приехала с Украины участвовать. Ну, всех я чуть попозже упомяну. А пока буду разряжать память и выгружать в интернет. Так, включаем и будем работать.